Вопрос. Закупка дня. Здравствуйте, меня зовут Надежда Иваницкая, и это программа «Госзакупка дня». Управление Федеральной налоговой службы по Москве затеяло переезд. Так, с Волгоградского проспекта и улицы Переславской, судя по количеству компьютеров, переезжает около 1000 человек. С собой они везут архивную документацию в коробках, а также сейфы, стеллажи, картотечные шкафы, СВЧ-печи, кофеварки, холодильники и так далее. Всего с места на место, судя по технической документации, переедут около 5000 налоговиков. Причем с собой они перевезут более 140 тысяч архивных документов. Почему затеян переезд, не уточняется, но эта ротация обойдется налогоплательщикам в 18 миллионов рублей. Российская академия правосудия заказывает наручные часы швейцарской фирмы Square. Корпус должен быть сделан из нержавеющей стали и покрыт позолотой. Женские часы должны быть инкрустированы стразами Сваровски. Всего часов заказывается 100, 50 мужских и 50 женских. А стоимость всего заказа 800 тысяч рублей. А на сегодня это все. С вами была Надежда Иваницкая. До свидания.